С Матильдой, кстати, действительно резонанс огромный. А вам знакома вообще работа? То есть вы видели трейлер? Нет, я не знаю, но я Лешу учитель, я с ним учился вместе. Он замечательный режиссер, и, конечно, так сказать. Ну, я ему сказал, слушай, Леша, ну, это очень круто. Но это... все-таки такая тенденция есть, ведь, да? Ведь мне кажется, что 10 лет назад по подобной... дискурс был бы невозможен о том, что нельзя снять кино про роман российского монарха с балериной. Все-таки как-то, может быть, это опять же, может, это запрос общества, я не знаю, но мне кажется, да какие-то процессы происходят, нет? Я не вижу это. Я просто у нас, на мой взгляд, мы еще продолжаем жить, вот как ни странно, и художники в большой степени, так сказать, которые проклинали там, ну не проклинали, но там советская цензура, но на мой взгляд, мы продолжаем в большой степени жить вот в советском измерении. Потому что в советском измерении, в СССР как было? Была цензура, да? Да, могли что-то вырезать. Была, да, была официальная, могли что-то так, вырезать. Ну, что значит официальное было? Ну, это делали на уровне редактуры. В журналистике просто существовал институт... Да, но в кино это редактура была, которая там, говорил директор студии, вот это надо вырезать там. Это да. Но если твоя картина или твой спектакль, книга выходила, никто другой уже не имел права возразить. Угу. Никакое там общество, так сказать, ревнителей христианства не могло прийти с пикетами к кинотеатру или к твоему дому с надписями «враг народа», «враг там, религии». Этого было невозможно. Никакие байкеры не могли ничего сказать. Никакие организации общественные, они все равно были, общество было свое, но они тоже не, государство охраняло художника от них. Это имело право делать только государство, все. А все остальные, если государство выпустило эту картину, значит, вы ее должны смотреть. Ну, максимум критики могли, так сказать, что-нибудь написать. И то это все-таки было, конечно, совсем в других словах, чем сейчас порой читаешь такие критические. То есть, тебя так могут это... Поэтому... И мы привыкли к этому. И для нас в определенной степени это некое... Это ведь смысл даже вот этих выступлений в чем? Оградите нас от этой... вот, но от этого нельзя оградить. Вот, вот свободное демократическое устройство, оно тем отличается, как говорил Виктор Гюго, по-моему, свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Ты можешь говорить, но и про тебя могут говорить. И кто угодно. И что угодно. Главное, чтобы это было в рамках закона, но это вот такая реальность. В этом смысле Запад-то он придумал себе гораздо более умело с этим справляться. Он просто не замечает. Да, вот у нас из этого сразу делают это. Да. Выступил Костя там, вот, все Сайкин, там да. это. Вот Матильда там выступила, поклон. Ну, депутат, ну, сказала она, и что? Что запретили, что сразу из этого, вот, катастрофа, что происходит, так сказать, это... Черная, так сказать, туча надвигается на нас. Мне, на Западе это сплошь и рядом вообще никто про это не пишет и не говорит. Они пишут, не говорят, значит, никто не знает. А значит, это все и уходит. И никого это не волнует, понимаешь?